Всем привет, друзья! Сегодня, значит, как обычно, у нас Pinterest 030316, новый мод от Брейвила, Toyota 80-ка Land Cruiser. Выглядит это дело вот так. Естественно, рама, и будет 4 варианта кузова. Поехали. Такая багги. Сейчас мы шлепнем скринёк. Начнем, давайте. Создать. Ой, не то. Продолжить. Повян. Значит, так, чтобы кузов не мешал, давайте пробежимся по колесам сразу. Колесов миллион. Все поближе. Перечислять тут не буду, читать даже. Просто так посмотрим, по сравнению. Как тут поудобнее-то. Тут различные варианты резины, различные варианты дисков. Короче, вот такое количество, ребята, колес. Это раз. Давайте по кузовам. Значит, один кузовок. Вида из салона пока нет. Катать давайте. Модель вообще качественная, обалденная. Так, там будет один. Так, создать. Так. Будет у нас. Так, гараж. Так, второй кузов. Так, сразу к нему цепляется цистерна. Вот такая. Это работает. Подножки нету.
топливо. Отцепки. Опаньки. Прицепить. Дела. Так, что делает? Идем тут всю сторону. Третью сторону. Может, возит что-то. Поехали, съездим, проверим. Присутствует, ребят, конечно, синхронизация на ней. На земле только нет света вот такого, как от заднего хода. Нет, все поправимо. Не суть. Ладно. Трейлер. Есть что-то. Опаньки. Бревнушки. Так, что мы скинем? Оп. Да нет, нормально. Все отличненько грузится. Что скинуть? Посмотрим, может, что-то еще тут есть. Два, три. Ничего нету. На Тойоту. Ничего нету. Ну, короче, грузится. Грузится и не грузится. Так, почище ее сделаем так. Ищ контакт. Там что-то ж еще есть. Есть, но не для нее. Ну ладно. Поехали. Сюда же. Так, это у нас была вторая. Сюда. Третья. Вот это вот. Еще такая. Ничего не ставится. До нее, да? Кальдос сейчас какие-то забамбулим. Для триала какие-нибудь. Такие повершистые. Тут будут эти. Вот синхронизация. Что, на что лампы эти не горят?
Да, синхронизация есть, но вы видите ее не будете. Синхронизация просто есть, а не для сетевого, скажем так. Ну, ладно. Скрин есть, погнали. Поставим ее. Так, 3. Походу их 5. Так, вот тут у нас что-то есть. Вот. Подцепляется за паску, я так понял. Трейлер. Обалденный трейлер. Вообще на ура. Ух ты. Какие фонарики. Новенькие. Прикольно что. Так, еще что-то цепляется. Помимо трейлера. А, ну вот это полетели. Угу. Могу с трейлером, конечно. Бац. Полетели. Получится. Перегон туда. Мог бы сразу и сотку на эту раму натянуть, по сути говоря. Ну и что, пятая. Пятая экспедишн там какой-то. Главное, ноль. Так, забавно. Это первый самый объем. Лишний цепляется. Вот они. Не знаю, ничего не есть.
Ну и как Петрик, все, давайте прилипулим. Поймать ракурс для скрина. Вот так вот потянем. Ну я долго ждал, ребята, эту модельку, конечно. Моделька для меня так вообще супер-пупер. Офигенная. С миллионов колес. Различными кузовами, прицепами. Дрова возит, значит. Так, а это все возит. Так. Можно сделать, чтобы и этот возил. Так. А, ну вот 4 гаража. Дрова есть. Ремонт есть. Соляра тоже где-то есть. В каком там прицепе, не помню. В каком. Давайте тестаним его на проходимость. Вообще зверюга. Да е-мое. Все, погнали. Все, через самые кокули ломаним. Ну, я думаю, должна проехать. Звучок ли там страшный? Вообще самолет они нашли. Вау. Отлично едет. Ну, я думаю, на ней карты проходить. На ура. Чекуверака как дать на Тойота. Мод просто мне нравится. Естественно, раз он мне нравится, но я к нему свои ручонки-то привожу. Что-нибудь сделаю по-своему, скажем так. Были по ней еще не рама с кузовом, а просто машинами это сразу. Дурно, муров прикольный. Хотя раму, на такую раму можно натянуть там все что угодно, я думаю. Можно, наверное, и соточку натянуть на нее. И двухсоточку. Можно делать это, я думаю. Вот, смотрите. Собака болтается. Эх, это не Машка. Что там в салоне-то? Ну-ка. Надо делать камеру салона. Прикольно. Должно быть.
Салончик-то нормальный. Ну, в Брыге вообще нормально должно быть. Так что вот, ребята, скачивайте, не пожалеете, я думаю. Аппарат офигенный. Просто супер-пупер. Это обычно. Не знаю, как его щелкнуть там, блин. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Небольшой тест Toyota Land Cruiser 80 пройден на ура. Лично мне аппарат отбрегило просто на 5 с плюсом. Так что вот, ребята, скачивайте, ссылочка будет на данный мод под видео на канале. Всем удачки, пока-пока.